Красная книга России. Вот эти животные все в красной книге внесены. Короче, отличие от предыдущих, это хотя бы монетный двор. Вот эти жетоны. Эти стоят дороже. Там-то предыдущим не было монетного двора. А вот когда есть монетный двор, это уже интересно, имейте в виду. Эти стоят дороже. Ну, короче говоря, это не лом. Хотя бы эти собирают люди. Это красная книга. Вот. Сколько животных. На грани вымирания, ё-моё, смотрите. Истребляют люди все это. Вот. Видите? В общем, вот эта серия интересная. Здесь монетный двор. И тема такая собираемая. Поэтому там примерно то, что же особо не это. Ну, примерно до 3000. До 3000 за штуку. Это в лучшем случае. В лучшем случае. Это не монеты, короче говоря. Были бы монеты, и они бы стоили дороже, конечно. Ну, по жизни реально, там, я не знаю, до 1500. Вот. Вот за 1500 можно купить, там, 2000, свободно, я думаю. Но не дороже 3000. Да нет, 3000 тоже дорого даже. До 2000 надо брать такие. Дороже не надо, имейте в виду. Ну, красиво, красиво. Вот так вот. Всем удачи!